строителем, ну, сказать объективно, если посмотреть на его жизненный путь, он был ректором-созидателем. Не случайно он был также и идеологом, и создателем особой и неповторимой атмосферы университетской жизни и всегда стремился к тому, чтобы интеллектуальный потенциал вуза был задействован и служил во благо развития общества, во благо развития страны, во благо развития нашего университета и решению тех задач, которые стояли перед республикой.